И всем привет, дорогие друзья, с вами Витёк, продолжаем проходить Mortal Kombat 10, 12 глава, все, наконец-то, Щенок почти закончил. Скоро оскорняет Сенсея станет необратимым. Тогда можно будет продолжить вторжение. Рейден и его союзники не смогут дать нам отпор. Когда этот мир падет, путь к победе будет свободен. Сообщи правителю Шинаку, что они и Орочи готовы. По его приказу мы натравим их на земное царство. Ты нашел портал Рейдена, ведущий на небеса? Да, но он запечатан его заклинаниями. Нам не пробиться. Это недопустимо. После разрушения земного царства вы должны завершить вмещение правителя Шинака, вторгнуться на небеса и уничтожить старших богов. Идем. Устроить войну в небесах? Но если Шинак уничтожит старших богов, конец мироздания. Понятно. Кунлао, видите его таким. Если мы справимся, будем гонять Чии в преисподней. Соберитесь. Такида! Так. Ну что? Погнали. Твоя мамочка не говорила, что я сделал с ее друзьями? Убил всех мгновение ока. Их собственную дочь. Гордишься? Мы повязаны смертью. Ты будешь с нами. И я дам тебе достойное воспитание. Да, то, что было в 9-м Mortal Kombat, это, конечно, жесть. Синтел там такое сделал. Так, ну... Небесный храм в красных оттенках, по-моему, даже круче выглядит, чем обычно. А интересно, чья это статуя стоит? А это статуя старших богов всех вон там на заднем фоне? Или кто это? Так, за Кейси Кейдж я, надеюсь, научусь играть. Ну да, после такого Синдел точно не встанет. А нет, она встала, смотри. Кстати, вот эта фишка, то что, типа, в режиме истории бой начинается, даже комментатор ничего не говорит. В 9-м Mortal Kombat там, по-моему, было... Комментатор говорил первый раунд, типа, файт, потом второй раунд, файт. Сейчас приемы посмотрю. А тут вообще ничего не говорят. Руколо. Не знаю, получится ли сделать. Ого, 13%. 18%. Если усилить, то на 5% больше. Хорошее предложение, мамуля, но я пас. Кстати, а почему, когда первый раз Кончи воскресил Синдел, она выглядела более-менее нормально? А сейчас она выглядит какой-то... Когда ее она второй раз погибла... За мной должок, я это запомню. А сейчас, когда ее опять воскресили, она... Как-то стрёмно выглядит. Отвали, принцесса. Думаешь, что меня можно остановить словами? Так тебя уже остановили. Спасибо за помощь. Не за что. Домой время идет. Вау. Ну, у них же там этот броня. Нет. Нет брони. Больше умрет первый? Да будет так. Китана, ну как же так? Ты же была хорошей вроде. Не, ну карта в красных оттенках выглядит круто. Не успел я добежать. Так, это вариация ассасину Китаны. Получается, она... Да, вот она сделала этот прием. У нее глаза становятся красными, и из-за этого урон ее, любой удар ее становится намного сильнее. Если в таком, ну если типа сделать вот это усиление, да, еще сделать рентген, то она отнимет около 40%.
Ну или почти 40%, но по-моему 40. Так. Китана, успокойся. Вау, не успел я добежать. Хотя я, по-моему, даже чуть раньше остановился, чем надо было. Ну да ладно. Да что ж такое? Сейчас же может убить. Вау, наказание. И, а, это Перри, по-моему, да? Не получается у меня за Китану делать этот Перри. Да. Сейчас мы тебя наваляем. Да сколько можно? Так, она усилила себе. Во. Вот этот прием на бруталити выводит. И вот это тоже. Только его надо либо усилить, либо сделать в том случае, когда ты активировал усиление. Все. Думаю, она после этого не встанет. Самый крутой рентген. Как все идеально рассчитано, да? Зараженный небесный храм открыт. Никого ты не убьешь. Помоги Джеки. Да ему самому помочь надо. Тебе крепко досталось. Из тебя выйдет хорошая сиделка. Я могу сражаться. Джеки? Ничего страшного. Точно как в кубе Дистан. Что? Хм. Идите. Мы с Джеки с ним разберемся. Что? Мы только задержим вас. Ни за что. Ни за что. Черт. Не лезьте на рожон. Увидимся, когда все закончится. В смысле, они против Люкана, Кунлау и Смоука? Рейден еле-еле справился с Люканом в одиночку. Фу. Они чувствуют вкус твоей плоти. Проникают глубже. Они будут расти внутри тебя. Терзать тебя изнутри. Святые боги. Отец! Опять она в одни и те же точки бьет. Сперва отец, затем дочь. Интересно, одинаковы ли они на вкус? Вау. Почему Шинока нет на заднем плане? Почему ты в блок встал? Вау, Девора, полегче, Девора. Кстати, я заметил, по-моему, это единственный раз в сюжете было, когда мы играем за плохого персонажа. Нет, ну я типа в 9-м Mortal Kombat мы играли за всех хороших. А вот в 10-м мы поиграли за одного плохого персонажа, за Девора. Я хотел это сказать, но забыл. А я просто раньше думал, типа, почему мы только за хороших играем, как бы. Почему бы не сделать так, чтобы еще за плохих? Ну, всегда было интересно еще за другую сторону поиграть. Интересно узнать, как бы, что было бы, например, если бы злодеи победили, да? Не, ну сюжет 10, ну, вообще в Mortal Kombat прикольный все равно.
Так, Девора, может, ты это остановишься? Не-не-не-не-не. Ну давай. Не-не-не. Эх, ладно. Наказала Девора. Ну ничего страшного сейчас. Сейчас все будет. Так. Наваляем вот так. Неплохо. Еще. Вот этот удар неплохой. О, комбинация. Да нет, да. Почему ты пистолет постоянно достаешь? Я хотел, чтобы она, типа, этот нокдаун сделала, захват. Чтоб повалила на землю и по роже надавала. А она почему-то пистолет достает. Вот так. Чип дэмэдж. Не-не-не. Вот это круто было, да? Увернулся и при этом еще и нанес урон. Наказал. Ну это круто. Посмотрел приемчик. Вот. Еще. Эх. Еще. Да. Все, хочу комбинацию сделать, все не получается. Не, ну все, это после этого Девора точно не встанет. В глаза ей. Зараженная пещера Цинзы. Ты жук? А я лобовое стекло. Юг. Да. Я их просто избиваю. Эй, тыковка. Для тыковки я уже старовато. Нет. Найди Шинока. Ну. Я люблю тебя. А че вы искать вон там? Отец? Значит, ты отруди Джонни Кейджа? Какой удобный случай прервать его рот. Тебе нужен он? Придется одолеть меня. О. Да все, она бы уже сознание потеряла. Так-то лучше. Смотрите, мисс Кейдж, как я раздираю плоть вашего отца. Теперь получается сила амулета в нем. Это ждет каждого, кто бросит мне вызов. Мучительная, изысканная смерть. Мерзавец. Ничего себе. Да что в ней? Это правда семейно? Сила твоего отца тебя не спасет. Даже не надейся остаться в живых. Офигеть. Получается, сила Джонни Кейджа намного сильнее, чем сила этого амулета? Так, ребят, мы сейчас это с боссом деремся. Офигеть. Он мне за два удара уже полжизни снес. Я не знаю, как я с ним буду тут сражаться. И получится ли у меня. Кстати, там, наверное, можно в файлах покопаться и поиграть за демонического Шинока. Может быть, я это и сделаю. Посмотрим. Да, Шинок жесткий. Вот этот удар. Да остановись ты, ну. Офигеть. Ладно, попробуем еще раз. Даже не надеюсь остаться в живых. Смотри,
Уже почти 50% здоровья снес. Вот так его тащим. Во. Во, еще. Давай, Кесси. Эх. Да успокойся ты. Все. А, нет. Теперь все. Теперь точно все. Кстати, они как бы одни и те же шутки свои говорят, свои фразы. А в 11 Mortal Kombat там у каждого где-то по... Ну, как минимум три вот этих приколюхи. Типа после каждого раунда они там что-то шутят там, да? И у каждого персонажа там минимум три вот этих штуки. Там, по-моему, 4 даже или 5. Но это круто, что они так сделали. Во. А, я бы сейчас мог комбинацию сделать. Прошу прощения. Если бы я знал комбинации за Кейси Кейдж, я, наверное, сейчас бы выиграл этот раунд. Хватит уже разговаривать. Так. Главное, как бы не нервничать, и все будет нормально. Заблокиру. Во. А, смотри, какая штука. Если он усиливает свою вот эту вот огонь, вот это пламя, то оно не блокируется. Типа обычная вот эта вот вспышка блокируется, а если он ее усиливает, то нет, не блокируется. Не-не-не-не. Успокойся. Все. Подожди, он что-то другое сказал, нет? Ничего себе. Так. А, нельзя перепрыгнуть этот блок. То есть это броня. На тебе. Броня. Смотри, как все идеально рассчитано. Смотри. Видел? Ну, не знаю, если я смогу выиграть. Ой. Ну, посмотрим хотя бы рентген этого демонического шинка. О, ничего себе. 40%. Но у Китана, если, как я говорил, если у него использовать эти усиления в вариации ассасин, то ее этот рентген тоже может дойти до 40%. А как он меня так ловит? Шинок, блин. Щенок. Да сколько можно? Да все, дай мне уже выиграть. Так, что я там говорил? А, не нервничай. Все нормально. Все нормально. О. Опять он броню использовал. Еще. Не-не-не, шинок, не-не-не. О! Постоянно она стреляет пистолет. Ну сколько можно? Не-не-не-не-не. Нет. Успокойся. Успокойся. Блин, он сейчас камбэк же может сделать. Нет. Фуф. Он мог меня победить. Слишком рано я выстрелил с пистолета. Так, но пока... Пока у меня больше шансов выиграть. Потому что первый раунд за мной. Опять. Не-не-не-не, шинок, не-не-не. Нет-нет. Еще. Бей его. О. А. Е, все. Да, 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 да.
Все, ребята, мы с вами прошли Mortal Kombat 10. Поздравляю. Еще это красиво рентгеном. Рентгеном. Завершить. Получи от Кейджа. О. Ничего себе. Твоя работа? Неплохо. А он что, все это время в отключке лежал? Кассандра Кейдж. Помести меня. Сенсей. Что? Ну ты же погибнешь. Нужно очистить его. Скорее. Да, Рейден готов пожертвовать собой ради всех. Ради всех. А в четвертом Mortal Kombat щенок ни в кого не превращался, да? Я просто не знаю, как это комментировать. Нужно отступать. Что, все? Теперь все хорошо. Прогулка под луной. Отложим ненадолго. Никаких прогулок. Бассейн. Коктейли с зонтиками. По рукам. А Кейси Кейдж с кем будет? Не с Кунжином же, да? Он жив? Или дышит. Я помогу ему. Помоги своему отцу. Он весь заблеванный стоит. Подумай только, я нервничал, когда ты начал ходить на свидание. Боялся, что я приду домой кого-то вроде тебя. Веселая, красивая, спасает мир. Моя миссия выполнена. Сюда. Здесь. Изолируйте Шинок и Дивору. И найдите врача. Мы тебя подлатаем. Помощь на подходе. Видела бы ты Кейси. Размазала Шинока по стенке. Охотно верю. А ты и твоя команда выполнили великую миссию Джонни. Ты слышала, Кейси? Она назвала меня Джонни. Почему бы и нет? Да. У меня мурашки опять пошли. Круто они сделали. Хороший сюжет. Что ж, дорогие друзья. Мы с вами прошли 10-й Mortal Kombat. Поздравляю. Я надеюсь, что вам понравилось. То, что мы проходили. Как вам сюжет вообще? Сюжет классный. Ну, как мне кажется. Но
По-моему, в 9 Mortal Kombat сюжет такой более... Не знаю. В 9 он такой насыщенный, что ли. Ну, не знаю, мне в 9 больше нравится. Если хотите, чтобы... Еще раз говорю, да? Если хотите, чтобы это я прошел 9... 9 часть Mortal Kombat, то напишите об этом в комментариях. Фу. Честно говоря, даже не верится, что я уже прошел этот Mortal Kombat 10. Вот эти статуэтки. Я что-то вспомнил Мстители. Помните в Эре Альтрона, по-моему? Когда заканчивался фильм и шли вот эти вот титры и все такое, то там они тоже были типа статуэтки, и в конце они все вместе как бы стояли там. Ну как здесь, типа, статуи тоже были. Надеюсь, вы помните. Здесь тоже так. Не, сюжет классный. Сама игра прикольная. Warner Brothers круто делает. Mortal Kombat, по-моему, моя самая любимая игра. Ну, еще и GTA. Так, это Кенши. Я думаю, мы уже после 10-го Mortal Kombat увидимся в других играх. Ну, это по-любому, как бы, да? Очевидные вещи говорю. Ну, вот в каких я еще подумаю. Но в это, когда подписываетесь, не отписывайтесь потом. Вы это знаете, как демотивирует? Это ужасно. Это кошмар просто. Я выкладываю ролики. Да, у меня иногда бывают перерывы, но что поделать? Я стараюсь выкладывать как могу. Что ж. Ого. Я слишком долго обрекал земное царство на страдания от ужаса войны. Снова и снова мы побеждали врагов. Но мы не накладывали контрибуции. Не требовали репарации. И чего мы добились своим милосердием? Новые интриги. Еще больше бессмысленного насилия. Слушай меня, новые правители преисподней. Я больше не намерен ограничиться защитой земного царства. Я найду и уничтожу всех, кто угрожает ему. Без жалости. Без пощады. Вау. Шинар был одним из старших богов. Он бессмертен. Но есть участь страшнее смерти. Сделал скриншот. Ну вот и все, дорогие друзья. Фух, ну это мы уже смотреть, наверное, не будем. Что ж. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на канал, не отписывайтесь больше никогда. Желаю вам удачи, успехов, счастья. Всем до скорой встречи, ребята. Скоро увидимся. Всем удачи и всем пока-пока.